Массовый падеж скота в Иркутской области случается нечасто. В последний раз подобное было зафиксировано 3 года назад в Баяндаевском районе. Причиной послужила ядовитая трава, попавшая в рацион животных. Тем не менее, в целях профилактики от различных заболеваний фермеры обязаны прививать скотину. Вся вакцинация в этом году в регионе уже стартовала. Ей подвергаются крупный и мелкий рогатый скот, лошади и свиньи. Прививки ставятся от сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза. Однако самым опасным заболеванием, представляющим угрозу и для здоровья человека, считается лейкоз. В прошлом году исследования на этот вирус дали положительную реакцию у 33 животных в области. За отказ от вакцинации и в целом несоблюдение ветеринарно-санитарных норм владельцы скота несут ответственность вплоть до уголовной. Для граждан-владельцев животных предусмотрена административная ответственность, и штраф может составлять от 500 рублей до 1000. Для юридических лиц в десятки раз больше, там в зависимости уже от допущенного нарушения.